俄罗斯圣彼得堡一家咖啡厅落实垃圾量最小化的理念，推出可食用的容器和餐具，跟汤品、饮料或是糕点都是现场制作一样，食器跟餐具也全都是新鲜烘焙出炉，端给客户的东西几乎都可以吃下肚。面团刚经过一番碾压，准备进入烤箱烘焙，制成可以食用的容器杯。俄罗斯圣彼得堡一家咖啡厅 Soup Station 提供新鲜制作的汤品和糕点，强调生态友善的他们，号称店内几乎任何东西都可以吃下肚，当然也包括了餐具。Вся наша съедобная посуда – это съедобные ложки и съедобные стаканчики, которые состоят из пшеницы, подсолнечного масла, соли, воды.Готовится здесь, нами на кухне. Мы отдаем тесто день в день. Наша печка, которая за моей спиной выпекает их прямо при посетителях.经理强调，店内商品主打对环境友善，只用新鲜的食材，汤品、可食用的碟子都是当天现做现卖，并尽可能减少使用会造成环境负担的一次性餐具。餐具可以吃的秘密藏在特制的烤箱中，面团球被放进特殊压力烤箱，烘烤成型三分钟，在高温高压下质地变得十分紧密，得以盛装汤类等液体。这项崭新概念很快在圣彼得堡受到欢迎。Понравилась эта идея. Раньше я о таком не слышала. И сами мы придерживаемся викторианского образа жизни. И попробовав эти супы, можно как раз закусить вот, с тарелочкой. Очень сытно, вкусно.И меня очень удивила эта идея. Я очень обрадовалась, что такое заведение открывается в Петербурге, потому что в действительности это очень поможет для экологии, учитывая, что ну, съедобная посуда, ты, по сути, ее съешь, и никакого мусора у тебя больше не будет. Я думаю, это очень полезно и может помочь нашему миру. 一些顾客纯粹只是出于好奇前来一探究竟，但对另一些顾客来说，这样的环保概念从来不只是噱头，而是帮助生态、垃圾减量的具体实践。记者林孝如整理报道。